идеальная пара. Ты меня любишь? Угу. Если любишь, женись. Опять же, дети нужны. Кому? Вы знаете, что делать, если вам подбросили ребенка? Я знал, что делать. Полиция, мне младенец подкинули. Хорошо, адрес держите. Где ребенок? Что-то мне не очень хорошо. Здесь был другой ребенок. Где он? Да это она и есть. Вы что-нибудь употребляли? Ты кто? Почему ты выросла? Екатерина. Кто твои родители? Ты папа. Я же просил мне не мешать. Это кто? Это племянница. Стой! Не расстраивайся, котенок тебя любит. Привет. Телефон. А? Находка для науки. Я беру. Ты хотел от меня избавиться. Хотел. А сейчас хочешь? А ты знаешь, почему ты растешь? Я расту, когда ты злишься. Как себя чувствуешь? У меня грудь есть. Это она? Откуда такой навармасы? Почему я кормишь? Это кто? Ян, мне подбросили ребенка. Вот этого? Не надо устраивать мою жизнь, я сам разберусь. Кто все эти люди и какое отношение они имеют к тебе? Я не хочу, чтобы ты больше злился. Я хочу, чтобы все осталось, как сейчас. Я не хочу исчезнуть. Мы остановим это, слышишь? Я, очевидно, здесь для тебя. А ты здесь для чего?